Очень много было потеряно, сумасшедшие потери были. Командиры не умели воевать, посылали на мясо. Сколько хочешь людей. Людей каждый раз стало меньше и меньше ставало. Бежали люди. Но за спиной были национальная гвардия, которая стреляла в спину. Некоторым удавалось убежать, но некоторым не удавалось. Я попал в плен. После отказа от первой роты меня забрали в штрафбат. Такой населенный пункт, как Карповка. Там был назначен пункт, где принимали людей отказники, наркоманы, и те, что хотели очень пить, выпивали очень много, алкоголики. И нас там собрали, человек 10-15 человек было. Там командовал этим пунктом Долембо Юрий Федорович. И старший сержант Роговец Егор Богданович. Такие были. Но они хуже фашистов. Они издевались над нами. Мы были как рабы у них. Они все делали как рабы. Нас строго. Мы работали там с 8 до 8. Только 15 минут перекур. И дальше работали. А потом нас забирали на позиции. Спочатку на другую позицию, а потом на ноль. Так я попал на нулевую позицию, мотопехоту. И там я с товарищем попал в плен. Даже мы окопы копали, но тут начали штурмовать нас. И я испугался, и сдался в плен. Да, я очень хотел сильно жить, потому что и ваши штурмовики профессионально, умело зашли наш окоп. Наш командир сбежал из окопа. Осталось, сбежали только трое. Я посмотрел на этот ад, что мне оставалось делать, только сдаться в плен. И так, как ваши умело так сработали, я ничего не смог делать, только сдаться.